Добрый день, меня зовут Максим. Вы смотрите канал The Quice. Продолжаю рассказывать про свою жизнь в Америке. В одном из прошлых роликов я рассказывал про велосипед. Ну, для чистоты экспериментов я решил поставить вот такую штуку. В одном из гудвиллов я нашел вот такой замечательный велосипед за $40. Велосипед – классический пример анекдота про заполненную пепельницу. У него была проблема с точки зрения прошлого владельца, спускал заднее колесо. Мне хватило буквально одной минуты, чтобы накачать эту шину, опустить ее в ванночку с водой, определить, что проблема даже не в ниппеле, и вот не даже в этой штуке, а тут маленькая вот такая тут дырочка, я уже идентифицировал. Вот. Потом я сел, заказал в Амазоне вот такой вот наборчик для восстановления. Здесь все, что мне нужно для счастья. Клей, заплаточки и даже вот такой небольшой кусочек шкурки. Здесь на конце лежит. Вот. Все, что мне надо, это просто заклеить эту дырочку и обратно смонтировать колесо, поставить на место цепь, смазать, проверить тормоза. Вот. А вот такой велосипедик мы купили Зине. Тоже, по-моему, доллара за 40. Двухподвес. Вот. А теперь, собственно, подколка к тем самым гражданам, которые себя считают офигенно крутыми велосипедовладельцами, которыми тут насоветовали купить велосипед за $600, за 700. Господа, а давайте с вами устроим пари. Вот у меня есть два велосипедика. Они приблизительно в одинаковом состоянии. И давайте мы с вами заспорим, сколько времени они мне прослужат. Вот. Соответственно, принимаю ваши ставки. Ну и, соответственно, жду ваши критические замечания, что велосипед $45 не стоит. Вот. А я так думаю, что канал я буду продолжать вести и дальше. И мы с вами к этому вопросу вернемся через годик. Ну и, соответственно, так далее. Вот, в общем, посмотрим, сколько времени вот этот велосипедик мне прослужит. Давайте вот так сыграем в такую игру. Оставайтесь со мной на канале и жду ваши комментарии.